Руки! Давай, еще один здесь, пошли! Где, давай! Хотел скуха важно, елкал, ехай ахцо, зигир бабхазо маха. Еще раз ха, ахаркой. Экстренные новости, друзья. В аннексированной России и Абхазии начинается переворот. Продолжаются массовые столкновения в здании местной службы безопасности. Все началось с того, что в Сухуми возле этой конторы была задержана группа оппозиционеров. После этого там начали собираться разъяренные люди, в том числе общественные деятели и родственники, задержаны уже прямо сейчас. Есть такие важные новости, что эти люди призывают граждан к государственному перевороту, а это очень беспокоит оккупационные власти, друзья. Сейчас абхазские оппозиционеры перекрыли мост в Сухумском районе, сопротивляются и продолжают требовать освобождения задержанных. Друзья, доброе утро всем. Сегодня 12 ноября, вторник. Я Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал. Да, Счастливая, поставьте лайк этому видео, подпишитесь. И мы начинаем очень важный блог. Друзья, в Абхазии задержаны представители оппозиции. В Сухуми началась масштабная потасовка у здания службы безопасности государственной. В Сухуми задержаны и доставлены в здание местной службы государственной безопасности СГБ оппозиционеры Омар Смыр, Гари Кокоя, Алмасхан Ардинба, Рамаз Джапуа и Аслан Гварамия, сообщает местное издание, в том числе News Georgia. Давайте посмотрим, как все это было, потому что после их задержания в здании СГБ собрались протестующие, они начали потасовку с силовиками и протаранили ворота в здание, а также перекрыли гуманистический мост в Сухумском районе. Что это, друзья? Государственный переворот? Смотрим. Хотел скуха важно, елкал, ехай ахцо, зигир бабхазо маха. Еще раз ха, ахаркой, издыру абьюзахаз, ус змам зинза, ус змам мам бешукумлар. Из банзара, убиза тагыла заша алет, ехай ава, апсу ажлар, как бы на рыб ареала гет, да чакал их ех хуцвазон, апсы рынтица хыртахвазон. Я еще бал... Друзья, провластные телеграм-каналы пишут, что оппозиционеры якобы причастны к избиению депутата Алмаса Акаба, в котором того призвали общественность к насильственной смене власти. Их задержание было согласовано с руководством силовых структур Российской Федерации, утверждает телеграм-канал «Кремлевский шептун». Еще раз, провластные телеграм-каналы, вы прекрасно понимаете, что это значит. Конечно же, сейчас мы наблюдаем за этим, и это очень важно обсуждать. Смотрим. Харажги, яйцом, мозги, яхпозом, абрас, хахарпет, макяна, итар казачку, агрба, арзенба, кокая, джопуа, смыр, хачку, шауриштан, варамия, джорги, хайтадзом, абра, ас, хахаркит, ждуро, зиги. Хайтлас, хачка, хочу как вам трага, а на пшвазерге, я хачхазен за сдапсухамам, хам яшуку. Мужики должны быть. Это родной брат, Миша, почему бы нет? Thank you.
Друзья, согласно последней информации, акции протеста не прекращаются. Участники перекрыли движение по мосту через реку Гумиста и продолжают собираться на площади Свободы. 11 ноября 2024 года во Дворце культуры города Гадаута состоялось собрание представителей общественности, депутатов Народного собрания Республики Абхазия, депутатов Гадаутского районного собрания, а также жителей всех сел Гадаутского района. Участники собрания приняли резолюцию, содержащую призыв к парламентариям Республики Абхазия не ратифицировать соглашение об инвестиционных проектах. По завершению мероприятия на въезде в город Сухум был задержан Амар Смыр, Гарри Кокоя, Алмахсан Ардинба, Рамаз Джупуа и Аслан Гварамия. Задержаны и доставлены службы государственной безопасности Республики Абхазия. Об этом сообщают вот казахстанские медиа. Друзья, сейчас я цитирую их, продолжаем смотреть. Руки назад, бля! Руки, бля! Руки! Ноги под себя! Спокойно сиди, никто тебя трогать не будет, понял? Все готово, ребят. Здесь уже движение. Все, начинаем крутить, давай, пошли. Ноги под себя. Ноги под себя. Ноги под себя, быстро. Ноги под себя. Друзья, очень важный момент с точки зрения международного права. Абхазия считается непризнанным государством, и практически все международное сообщество продолжает рассматривать Абхазию как часть Грузии. Абхазия – это и есть часть Грузии. Безусловно, что на сегодняшний момент большинство населения Абхазии имеет российские паспорта. С 2000 года Россия стала активно предлагать жителям Абхазии свое гражданство, выдавать заграничные российские паспорта. По некоторым оценкам, уже к 2006 году такие паспорта получили более 80% жителей. Посмотрите, какой страшный русский мир. Тем временем, друзья, в Тбилиси очередные протесты несогласных с результатом парламентских выборов в Грузии. Жители Тбилиси, несогласные с результатами выборов, заблокировали движение транспорта на площади Свободы. Они выступают за евроинтеграцию Грузии и против действий победившей на выборах пророссийской партии «Грузинская мечта». Люди несут с собой флаги Евросоюза, флаги Грузии в знак поддержки евроинтеграции. Грузинская оппозиция планирует каждый день проводить митинги в Тбилиси после прошедших парламентских выборов 26 октября. Давайте посмотрим. Thank you.
И тем временем новости из Мордора. Бобровенко отписался от всех телеграм-каналов СМИ, чтобы читать только свое Rush Today и формировать объективную картину мира. Это, конечно же, троллинг. И суд-специалисты этот, в общем, какой диагноз, когда человек живет в реальности, которую сам себе выдумал. Смотрим. Просто прекратить... Нам всем самих себя заматывать вот в течение телеграм-каналов, которые претендуют на какое-то великое особое знание. Я вот, знаешь, я отписалась практически от всех, кроме Rush Today. Rush Today, РИА Новости, то есть за своими ресурсами, которые, где я главный редактор, слежу. И от всего отписалась, потому что я поняла, что, знаешь, прицел сбивается. Ну, то есть реальность искажается, прицел сбивается, и это просто мешает видеть объективную картину, потому что ты начинаешь видеть ее так или иначе, поддаваясь влиянию. Рука-лицо, друзья. Тех, кто выдает себя за экспертов или, может быть, действительных экспертов. А мне хочется видеть ее немножко более объективно. Немножко более объективно. Рашистские пропагандистские каналы, телеграм-каналы Rush Today – это, конечно же, верх объективности. Кремлевские пропагандисты получили новое задание. Они теперь освещают модельное прошлое супруги Дональда Трампа Мелании. Естественно, что все сделан скрепно, озвучен в духе любимого папа, бункерного диктатора Гундяева, показан в сопровождении ухмылки на физиономиях Скобеева и Попова. Для всего мира это давно уже не только не новость номер один, но и вообще не новость, но для кремлевского, путинского, рашистского ТВ это, конечно же, новость. Я думаю, что Маргарита Симоньян просто припала к голубым экранам телевизоров. Нет, Трамп, муж наконец победил, готовится во второй раз стать хозяйкой Белого дома. После безумной кампании 2024 года, когда на ее мужа совершили сразу два покушения, пребывание в Вашингтоне покажется ей еще более напряженным, чем первый президентский срок Трампа. СМИ предсказывают, что она будет появляться там лишь тогда, когда сама этого захочет. А если не захочет, просто исчезнет. Своевольно и таинственно она неизменно поддерживает Дональда, но держится в стороне от политики. А вот так Мелания выглядела в 2000 году. Смотрите, обложка глянцевого журнала GQ. Будущая первая леди в неглиже лежит на шкуре. В самом журнале сексуальные фото Мелании у частного самолета и на его борту. На одном из снимков модель в бордовом белье лежит на синем ковре с изображением большой печати США, государственной эмблемы Америки. Как будто в редакции мужского журнала что-то знали заранее о будущем своей модели. Да, друзья, сложно, конечно, представить, что это то, чем интересуются рашисты. Их страна напала на Украину, у них используют россиян как пушечное мясо, ну, они, в принципе, показывают вот это. Это чистая выдумка, ложная информация. Песков проверка информации американских СМИ о разговоре Путина с Трампом по телефону 7 ноября. Исходя из бесконечной лжи Кремля, каждое новое заявление российской пропаганды выглядит достаточно манипулятивно. Возможно, усы Путина врут, как обычно. Смотрим. Сообщила, что Трамп поговорил с Путиным. Вам собеседников из здания, Трамп в частном порядке дал понять, что поддержал бы соглашение, при котором за Россию останутся новые регионы. Скажите, пожалуйста, действительно ли был разговор, по чьей инициативе он состоялся, и правда ли Трамп говорил, что поддержал бы мирный договор, при котором за Россию остались бы новые регионы? Знаете, это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. То есть это просто ложная информация. Да, вот просто вот уточнение. Не было тогда телефонного разговора Путина и Трампа, да, на прошлой неделе, вы хотите сказать, да? Я только что это сказал. Я просто уточняю по поводу содержания или сам факт. Сам факт. То есть не было разговора. Понял. Не было разговора. Разговора не было, а вот Трамп и Путин созвонились в четверг, 7 ноября, сообщает источник Washington Post. Темой обсуждения стала война в Украине. По словам источника, знакомого с деталями беседы, Трамп посоветовал российскому президенту не обострять войну против Украины, напомнил ему о значительном присутствии военного контингента в Европе. Вашингтона, безусловно, Америки. Президент обсудили цель мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения войны в Украине. Уточнили несколько чиновников. По
данном издании Трамп сообщил окружению, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть территории, которую получила во время войны. Но опять же, говорю, как это можно верифицировать? Это пишет Washington Post. Украинское правительство было не проинформировано о звонке, не возражало. Тоже, понимаете, вот об этом пишет Washington Post, а украинское правительство, в данном случае офис президента, абсолютно опровергает эту информацию, говорит о том, что им было неизвестно. То есть и Кремль опровергает эту информацию, и офис президента. Далее пишет Washington Post. Украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины, добавили источники. Это сейчас была цитата материала Washington Post. Еще вопрос, зачем это все было сделано в Washington Post, если это не соответствует действительности? Друзья, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал. Нам очень ценно ваше мнение. Мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, боремся с российской пропагандой и с российскими фейками. Но сейчас, друзья, давайте посмотрим, как отреагировал Соловьев на все это. О тех требованиях, которые выдвинула Россия, о безопасности, равной безопасности всех, от декабря 2021 года. А внутри этой договоренности можно уже обсуждать. То есть ведь мы вынуждены были предпринять активные действия, как ответ на, напомню, недельный обстрел Донецка и Луганска, мы это выполняем. То есть мы не будем торговаться о наших конституционных территориях. Но вопрос, например, будем ли мы брать Берлин, можем обсудить с Трампом. Типа, вы хорошо, Берлин сегодня брать не будем. Ну так, условно. Это же вопрос сразу системы отношений. Но Трамп же потребует другого. Трамп же многократно говорил, самое главное, чтобы не было союза между Россией и Китаем. Он же приводил пример своего профессора. И мне надо обрушить цену на нефть, чтобы русским стало плохо. Он нам никакой не друг и не родственник. Тем временем беженцы тут же вышли на стихийный митинг у администрации Курска, возмущенные отсутствием помощи. Чиновники назвали их действия незаконной акцией, а страницу ВКонтакте, где обсуждали митинг, заблокировали по требованию Роскомнадзора. Сейчас, боюсь, всех их посадят в тюрьму на 20 лет за то, что они вышли в митинг против российской власти, против того, что Курская область бомбит Российская Федерация, на Курскую область слетаются фабы, бомбы, и уничтожают, и вообще им отказали в эвакуации. За это их посадят в тюрьму на 20 лет, 100%. Чиновники потребовали митингующих выдать им организаторов протеста. Стукачество, мародерство, убийство, оккупация, агрессия. В Российской Федерации живут стукачи, убийцы, мародеры, воры, оккупанты, расисты, пропагандисты, ФСБшники. Это современная Россия. Смотрим. Не надо нам предлагать. Встаньте вот здесь. Встаньте перед этими людьми, вот, которые здесь. Конечно, всем здесь и объяснить все, зачем куда-то идти. Нам все равно, где замерзать. На улице замерзать или где мы находимся замерзать. Какая нам разница? Мы все равно. Мы никуда не пойдем, мы будем здесь. А потом они будут в тюрьме. Вот такая вот рашистская реальность. Реальность в Мордоре. Тем временем сейчас подъедут вагнера. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов опубликовал видео, на котором подростки из детской академии «Ахмат» – это вопрос – поют гимн ЧВК «Вагнер», в котором звучат строки. Это цитата. «Лето и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют их там неты». Конец цитаты. Кузнецов заявил, что Евгений Пригожин стал частью народного эпоса и не видит смысла бороться с этим, несмотря на военный мятеж, организованный Пригожиным и его ЧВК «Вагнер против Кремля». Посмотрите, вообще это мракобесие. Братишка, короче, у меня тут для тебя сюрприз небольшой. Лето и арбалеты, сейчас вагнера подъедут, где-то, где звон монеты. Танцуют их там неты, лето и арбалеты. Ща вагнера подъедут где-то, где звон монеты. Танцуют их там неты. Я был на дискотеке в Триполи, полет валькирии. Я танцевал в Бенгази, Донбассе, Пальмире. Короче, это тебе привет с Академии Дружбы Народов, Ахмат. Вот наши ребята. Вы знаете, какой-то просто орвеловский мир, мир ужаса, мир кошмара. Вот когда на это все смотришь,
что это на сегодняшний момент является современной Россией, тебя охватывает ужас. Вот меня охватывает ужас. Люди в Европе, в Северной и Южной Америке, интеллигентные, культурные, эрудированные, тихая, размеренная, комфортная жизнь, максимальный средний класс, высокие зарплаты, налоги, высокий уровень жизни, замечательные дороги, социальные пакеты, возможность путешествовать, высокая пенсия, страны, которые не нападают друг на друга, культура, экологичность. Люди демонстрируют толерантность ко всему, к разным расам, к разным религиям, к разным сексуальным предпочтениям. И Россия немытая, убогая, грязная, вонючая, с людьми, которые пропагандисты, поют песни военных преступников и убийц, дети, которые воспитываются на идеологии войны, убийства, дети, которые воспевают убийц, дети, которые, как я не знаю, Ленина и Сталина восхваляют Путина. Какой-то, знаете, вот сталинизм, только путинизм. Законсервированная убогая страна страшных людей, где стукачи в почете, убийцы в почете, пропагандисты в почете, мародеры в почете. Это ужас. Я вообще не могу понять, как Бог до сих пор дает право на существование этой недостране убийц. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал «Даша Счастливая», будьте на светлой стороне, на стороне Украины. Мы обязательно победим. Я горжусь, что я украинка, что я являюсь частью такой великой нации, как украинцы. Слава Украине! Героям слава, друзья! Увидимся!